Привет, друзья! У нас вышел новый продукт. Вышел новый продукт, но ситуация такая, что прям все сотрудники компании разделились на два лагеря. Теперь каждый работает на своей половине завода. Ну, какое-то безумие, представляете? И должны были сделать вкус bubblegum. Очень прикольный вкус, реально хорошая рецептура. Мне очень понравилось. Но в чем ситуация? Из-за того, что они все поругались, не смогли определиться с тем, какого должен быть цвета продукт. Ребят, шейкер уронил. Бывают, смотрите, ребят, правши, левши, еще есть я, называется рукожоп. Все, я вернулся, всем привет. Так вот, о чем это я, друзья мои? В общем, по итогу, правая сторона завода и левая сторона завода сделали два разных цвета вкуса протеина жвачка. Почему? Одни заявили, что в детстве жвачка Turbo была розовая. Другая часть завода сказала, что продается мороженое в этих вот пластиковых ларечках, в тележках, и оно там со вкусом жвачки голубое. Нажми сейчас на паузу, просто скажите мне, какого цвета вообще должен быть все-таки вкус bubblegum. Но сейчас я его попробую, потому что он только сошел с конвейера. Естественно, я его пробовал до этого образцы, но что вот в данный момент идет в продажу, даже я лично еще не знаю. Ну, как вы думаете, за какой я цвет? Наверное, вы решили неправильно, потому что я за голубой. В моем понимании тоже вот вкус bubblegum – это ванильное небо. Опять тестируем, насколько у меня прямые руки, насколько я смогу нормально оторвать эти. Опять же, успешный успех. Ну, вы не поверите. Черпачок опять прямо смотрит на меня, выглядывает. Чудо и магия. Видимо, я максимально фартовый. Сегодня я приехал на мотоцикле, поэтому с собой у меня шейкер пиздюк. Вот, потому что для полноценного шейкера места мне, конечно, не хватило. Где-то тут есть это. Налили. Единственное, водичка не холодная. Если бы водичка была холодная, было бы еще вкуснее. Думаю, микрофон я не забыл. Не забылся, нормально. Я сейчас после тренировки, поэтому я супер максимально интеллектуально одаренный в данный момент. Так, протеинчик встал. Ну, к вопросу о скорости размешивания нашего протеина, о том, как мы сейчас научились гасить пену. Ну, кайфовый же цвет, мне очень нравится. Вот, если слово bubblegum, жвачка, этот вкус из детства вам приятен, навевает приятные воспоминания, то этот вкус вам однозначно понравится, потому что эти пакеты точно теперь едут ко мне домой, поэтому не смотри так на меня, понял? Не смотри на меня, я тебе не отдам. Чем все закончится? Очень просто, ребят. Первый вкус, который закончится. Ага, вкус. Первый цвет, который закончится на складе, тот и продолжит свою жизнь и будет производиться. В данный момент по 2 тонны каждого вкуса вышли. Они поехали на склады к нашим партнерам. Они есть в e-commerce, они есть на нашем сайте. Там они, естественно, первые, поэтому genetyclub.ru зашли и сделали свой выбор. Все-таки за голубенький или за розовый. Угощайтесь, всем здоровья, всем пока. Я-то уже домой хочу. Нет, Леха же у нас, блядь, Тинтобраз великий. Ну, Спилберг я имел в виду. Не знаю, кто такой Тинтобраз. Пошутил, в интернете слышал. Вот. Говорит, а розовый? А второй какого цвета, спросил Леха. Для качков, тут видите, написано, не баба, картинка нарисована. Для качков, понимаете? А это общество не может существовать без наличия цветовой дифференциации штанов. Вы, наверное, очень молодые, не помните, если вы хотите фильм «Кин-дза-дза»? Он максимально дебильный, все, что там есть смешного, это вот про штаны. Вот, поэтому, почему на упаковке красивые картинки? Чтобы качок понял, в чем дело. Он же может не знать, например, там, например, что Apple – это яблоко. А вот яблочко нарисуешь, ты и сразу культурист оценит и поймет. Вот тут что-то с черпаком не фартануло. Не все коту масленица, поэтому черпак мы возьмем там, где он был. Водичка у нас еще есть.
Лёх, ты даешь, какого цвета второй протеин? Написано же, что он розовый. Тут остатки еще голубого. Тащи бутылку воды лучше. Я не пойду, у меня микрофон там валяется, я устал, сам иди. Каким образом? Я просто черпак не увидел, оказывается, вот он. Прикинь. Короче, и там черпак был сверху. Мне кажется, я как-то максимально это делаю, не грациозно. Ищем отдельную модель для насыпания протеина в шейкер, чтобы это выглядело не вот, вот это вот. Ладно. Круть. Лёх, как думаешь, какого будет цвета протеин? Ну-ка, давай-ка, ну-ка. Я ни разу еще не подсказал. Розовый. Если что. Вот вкуснее голубой. Нет, конечно, вкус одинаковый. Но мне голубенький нравится больше. Теперь, Лёх, все. Думаю, все поняли, что розовый он розовый, а голубой он голубой. Поставьте палец вверх и напишите в комментах, как вы думаете, какой будет следующий вкус. Я сделаю подсказку, кроме протеиновой смеси, внутри будет еще какая добавка внутри, которая будет его дополнительно окрашивать и создавать, так скажем, веселье, праздник, дополнительные позитивные эмоции, которых у меня нет, но они там глубоко внутри. Пока.